exciting as the historical accounts. Несмотря на то, что материал, который мы сегодня будем изучать, очень трудный и, наверное, не столь интересный, как различные исторические повествования, которые мы еще будем рассматривать в дальнейшем. It is very important for us to look at the foundations upon which we build our historical studies. Но в то же время очень важно прежде всего рассмотреть основание или тот фундамент, на котором мы уже будем строить дальнейшее изучение истории. So today we will be looking at least the first two or three hours at the foundations of New Testament history. И вот первые 2-3 урока сегодня мы как раз и посвятим такому вот основанию для изучения истории Нового Завета. And then if time allows, we're going to move into the an overview of the world of the early church. И если позволит время, если мы успеем, мы также будем говорить сегодня о том мире, в котором существовала ранняя церковь. A world that was ready for the coming of the gospel. И мы с вами будем говорить о том, как мир уже был подготовлен к тому, чтобы явился Иисус Христос и распространялась благая весть о нем. And with that thought in mind, I would like you to turn in your Bibles to the Paul's letter to the Galatians. И вот размышляя об этом, я хотел бы попросить, чтобы вы открыли послание Павла к Галатам, 4 главу. And if someone would volunteer to read, we'd like you to read verses 1-4. И, пожалуйста, кто-нибудь прочитайте с 1 по 4 стихи. Еще скажу наследник, такое в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям, домоправителям до срока, отцом назначен. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал сына своего единородного, который родился от жены, подчинился закону. The passage that I want you to take note of is verse 4. Я хочу, чтобы вы обратили особое внимание на 4 стих. But when the fullness of time had come, God sent His Son. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего. It was not something that just happened by chance. God knew the time was right. Это произошло не случайно в какое-то время. Бог точно знал, когда было время для того, чтобы пришел Христос, когда наступила полнота. And so later today we hope to look at some of the evidence that shows that the time was right for the coming of the gospel. И сегодня мы с вами также будем рассматривать вот это понятие полнота времени, как же мир был подготовлен к тому, чтобы пришел Иисус Христос и распространилось его Евангелие. Now today we're going to look at what we call the extra-biblical sources of New Testament history. А сегодня мы с вами переходим в ваших конспектах к такой теме: небиблейские источники новозаветной истории. And what I mean by that is the history that is separate from what we read in the New Testament. Что означает понятие небиблейские источники? Мы будем говорить о других источниках истории, которые не описаны в самой Библии. Sources that do not tell us everything that the New Testament tells us. Это будут те источники, в которых не будет сказано все то, что говорится в Новом Завете. But it corresponds historically with the New Testament teachings. Но в то же время мы увидим согласованность между этими источниками и между учением Библии. And thus helps establish the truth and the accuracy of the New Testament. И таким образом мы сможем подтвердить еще раз то, что было написано в Новом Завете, подлинно и достоверно. Now let's turn in your notes to the section that talks about the extra-biblical sources of the New Testament. Итак, кто еще не открыл конспекты, пожалуйста, откройте раздел «Небиблейские источники новозаветной истории». When we investigate the extra-biblical sources of the New Testament history, когда мы рассматриваем или исследуем различные небиблейские источники новозаветной истории, we are seemingly
are immediately confronted with two seemingly contradictory issues. То очень часто получается так, что мы сталкиваемся с двумя проблемами. Иногда эти проблемы кажутся нам противоречивыми. On the one hand, there is a very large amount of material that gives us information relating to the New Testament era. А с одной стороны, мы можем найти достаточно много материала, в котором говорится о том времени, о периоде новозаветной эпохи. On the other hand, when we review this material, we find much less relating to the events of the New Testament than we would prefer. Но с другой стороны, когда мы изучаем вот этот вот доступный материал, то мы находим, что очень мало говорится именно о том, о чем записано в Новом Завете. So we find that even though we would wish for more extra biblical information than is currently available. И очень часто нам хочется, чтобы вот таких небиблейской информации было бы все-таки больше, чем на самом деле. There are still several different kinds of sources that provide helpful insights into understanding the New Testament. В то же время в нашем распоряжении все-таки имеется достаточно таких источников, которые могут оказать нам помощь. They don't tell us so much about the world that Jesus lived in, or the world of Jesus himself, but it does tell us a lot about the world surrounding Jesus' life. И в этих источниках мы с вами не найдем достаточной информации о том месте или о том именно периоде, в котором жил Иисус Христос, но эти источники помогут нам лучше узнать, что происходило в других странах, окружавших территорию, где жил Иисус. Now we should note at least four extra-biblical sources of New Testament history. Мы с вами должны знать четыре небиблейских источника новозаветной истории. Okay, the four kinds of sources we have are the archaeological sources. Итак, какие же это источники? Первый источник – археологические источники. The Jewish sources. А второй источник – иудейские источники. The Roman sources. Далее – римские источники. And the Greek sources. И греческие источники. And a particular help in understanding the New Testament are these first two, the archaeological and the Jewish. Конечно же, больше всего помогают нам понять Новый Завет два первых источника. Это археология и иудейские источники. So let's begin by looking at some of the archaeological sources. Мы с вами сейчас как раз начнем с изучения археологических находок, археологических источников. The study of biblical archaeological sites. Когда мы изучаем различные достопримечательности, где происходили археологические раскопки библейских мест, helps the student of the Bible more clearly to visualize the events that occurred in those places. Мы можем представить зрительно те события, которые происходили в то время в различных частях. One of the best educations you can get on biblical history and on the Holy Land is to visit Israel itself. Если вы хотите получить хорошую информацию, хорошие знания о Святой Земле и о библейских местах, об истории этих мест, то самое лучшее, что вы можете сделать, посетить эти места. A fairly recent development in archaeological studies of the New Testament world. Археологические исследования, которые проводились в последнее время с целью изучить мир Нового Завета, has been underwater archaeology in the Mediterranean Sea. Проходили вообще под водой, то есть они проходили в Средиземном море. Now this to me sounds a little more interesting than digging in the dirt. Наверное, это даже интереснее, чем в земле копаться, вот под водой копаться. Because this is where you dive under the water with your scuba gear on. Потому что в данном случае вы надеваете специальный костюм для подводного плавания, спускаетесь на дно. And you find sunken ships. И находите там затонувшие корабли. And you go through the ships to try to find their cargo, their treasures. Потом заплываете в эти корабли, пытаетесь увидеть, какой груз они перевозили, какие-нибудь сундуки находите. And this has actually been very helpful in archaeology. Because the Mediterranean Sea is not a deep ocean. И это также очень помогло для
археологических исследований, потому что Средиземное море, оно не такое глубокое, как океаны. And because it is not so deep, and because the salt content of the water is less, the ships that have sunk there have been better preserved over the years. Потому что они очень глубокое, это море, и также небольшое содержание соли в воде, то те корабли, которые затонули в Средиземном море, они достаточно хорошо сохранились. And so the cargoes of these sunken ships have provided much evidence scholars use to reconstruct New Testament times. И вот такие вот подводные археологи поднимают груз с этих кораблей, и этот груз, конечно же, помог очень многим богословам и ученым найти дополнительные доказательства того, что происходило в период Нового Завета. When I was in Israel a few years ago, несколько лет назад, когда я был в Израиле, I had the privilege of seeing a small fishing boat that had just been discovered in the Sea of Galilee. У меня была возможность увидеть небольшую рыбацкую лодку, которую вот недавно только обнаружили в Галилейском море. It was a boat that was believed to have been from the time of Christ. Предположение, что это была лодка как раз вот с того периода жизни Иисуса Христа. And for 2000 years it lay at the bottom of the Sea of Galilee. А на протяжении 2000 лет эта лодка лежала на дне Галилейского моря. And about 20 years ago, during a period of drought, и где-то вот 20 лет назад, когда была большая засуха, the Sea of Galilee became so low in water. Галилейское море, вода опустилась в море в Галилейском. Then people could actually see the outline of this boat и люди просто смогли увидеть, что на дне располагается что-то похожее на лодку, покрытое илом. And so they've now taken that boat out of the water, and they've been working on it to understand what the fishing boats were like in Jesus' day. И подняли эту лодку, и потом пытались все-таки понять, каким образом строили рыбацкие лодки в то время. A very small boat in length, maybe from here to that wall. Лодка небольшая, вот она, значит, длиной от меня до стены. But you can look at that and say, wow, this is the kind of boat that Jesus and his disciples probably sat in. И в то же время, когда вы видите лодку, и вы понимаете, что, скорее всего, в таких вот именно лодках плавали ученики Иисуса Христа, а плавал сам Иисус Христос. And you read about the storms in the Sea of Galilee and how fearful the disciples were when these storms came. А когда вы вспоминаете или читаете повествование о том, как была буря на море, как испугались ученики, когда была эта буря сильная. And you look at that little boat. А потом представляете, что они сидели вот в этой маленькой лодке. You say, well, I wouldn't want to be out on that lake in that little boat. А тогда вы говорите себе, что вот не хотел бы я находиться в этой лодке посреди моря во время бури. Especially if that little boat had 10 or 12 people in it. Особенно если в этой маленькой лодке было 10-12 человек. And so what does that boat tell us? То есть, что мы можем узнать, когда мы рассматриваем такую лодку? It doesn't prove anything about Jesus living 2000 years ago. Конечно, эта лодка не доказывает того факта, что Иисус Христос действительно жил 2000 лет тому назад. But what it does is it gives us a visual picture. Но в то же время эта лодка помогает нам увидеть или воссоздать зрительный образ того, какой была жизнь в то время. It helps me understand better how dangerous it was to be on the Sea of Galilee in one of those little boats in a time of storm. Я, например, лучше понял ту ситуацию, когда ученики были в море, насколько все-таки страшно и опасно было находиться в этой лодке во время бури. Now there have been many, many archaeological discoveries over the last 2000 years. За последние 2000 лет, конечно же, было очень много археологических находок и открытий сделано. And there are many more discoveries yet to be made. Еще много, наверное, исследований и открытий будут и в будущем. You think after all these years of archaeological expeditions that almost every biblical site would have been
investigated. А вы, наверное, думаете, что вот за это время из-за всех археологических экспедиций, которые отправлялись к библейским местам, можно было бы уже все раскопать, что они можно раскопать. But the fact is, there's still a very, very small percentage. Но на самом деле лишь небольшой процент открытий сделан в отношении того, что еще может быть сделано. So if you go to Israel today, поэтому если вы отправитесь в Израиль в наши дни, almost everywhere you go, you will find archaeological expeditions going on. Куда бы вы ни пошли, там вы найдете какую-нибудь группу археологов, какую-нибудь экспедицию археологов. Many of them are right in the area of the temple in Jerusalem. А многие из них рядом с храмом занимаются раскопками. In fact, I don't know if you've heard on the news recently that there's a big debate going on as to whether or not archaeologists can do a dig right on the grounds of the temple of Jerusalem. И сейчас я не знаю, слышали вы в новостях или нет, но идет обсуждение, большая дискуссия по поводу того, можно ли допускать вообще археологов на эту территорию, на храмовую землю. And it's become a religious battle. А потому что это уже имеет отношение к религии. Может быть, Юра вчера говорил об этом, да. Somebody anyhow mentioned it to me that the Jews want to do this archaeological dig to find out more about the ancient Jewish temple. А евреи хотят, чтобы археологические раскопки продолжались, потому что таким образом можно найти какие-то подтверждения о той жизни. But the Muslims who control the Temple Mount do not want this to happen. Время мусульмане, которым принадлежит храмовая гора, они не хотят, чтобы там проходили какие-то раскопки. But there's still very much work to do in the area of archaeology. Но мы можем сказать лишь то, что археологам работы всегда будет хватать. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com.